Это женитьба дело пропащее. Полноте! Что вы такое говорите, батенька? Сиди заполнять квитанции. Это работа, требующая хладнокровия. Сильно опасаюсь, что твой отец прав. Вот уже 2 недели, как мы предприняли свой демарш, а это все нет и нет. Ну и что это доказывает тогда? А то, что малинжары люди не нашего круга. Их дом поставлен на слишком широкую ногу для нас. Я ничего такого там не заметил. Думаю, влюбленный, ты ничего кроме девушки и не видел. А вот я видел рассыльного, детина, 2 метра ростом. 2 метра ростом? Не, ну ты преувеличиваешься, точно. 2 метра ростом, а может и выше. Ничто не ускользает от отеческого взгляда. И барышня берет уроки у Дюпре. Дюпре? Конечно, у нее есть для этого достаточно средств, когда у тебя есть отец, который зарабатывает 4000 франков за 1 присест и преспокойно кладет себе эти деньги в карман. Но это же еще не причина. Да знаешь ли ты, кто этот человек, дочери которого ты домогаешься? Знаю, конечно. Он врач. Да, врач. Но ему достаточно произнести одно слово, чтобы попасть в Академию наук. Захотел он произнести это слово. Трах-бах, академик. А цепь? Ты видел его цепь? Цепь? Нет. Он словно вообще ничего не заметил. И ты хочешь, чтобы такое лицо породнилось сыном бывшего кондитера? Ну зачем вы все время говорите, что были кондитером? Мне краснеть нечего. Я никому об этом не рассказываю, поэтому краснеть не приходится. Ах, бедное мое дитя! Мне кажется, тебе стоит забыть об этом браке. Но, мама, они же мне еще не отказали. А молчание вы истолковываете? Молчание сильных, урок слабым. Не забудь закрыть окна и двери. А вот когда на следующий день я пришел к ним с визитом, месье Малинжар был очень любезен. Он давал мне советы в отношении моей профессии и рассказывал мне, как вести дела по экспроприации. Хорошая идея, очень хорошая идея. А мадам Малинжар тебе сказала, разве ваша матушка никогда не посещала итальянцев? Стало быть, она никогда там не была? В тот же вечер я пошел и абонировал ложу на целый сезон. Ну, непристойно, вы же в этом театре. Это временная жертва. Я ничего не говорю. К примеру, когда ты дала мне понять, что немыслимо ходить к итальянцам пешком, я тут же нанял и карету на месяц. В чем тоже весьма мало хорошего. Ну, раз уж так принято. Да, нужно вести себя соответственно. Но если бы мне было позволено выбрать театр, я выбрал бы другой. Почему? Там все время играют одно и то же. Мы были там 4 раза и все время слушали одно Риголетто. Тем более на итальянском. Вообще ничего не понятно. Тебе. И тебе. Тебе тоже непонятно. Напрасно ты кричала «Браво!», чтобы все это услышали. Поостерегся бы я просить пересказать тебе содержание этой вещи. Я аплодировала музыке. Чего зря говорить, у тебя глаза слипаются со 2-го акта. Я их просто прикрываю. Мне так помогает сосредоточиться. Ага. А зачем же тогда храпеть? Папа, но зато мы имеем удовольствие видеть месье и мадам Малинжар с их дочерью. Да, мы здороваемся с ними из своей ложи. Они здороваются с нами из своей. И все. Так может продолжаться бесчисленное число Риголетто. Вот есть одна вещь, против которой я категорически протестую. А именно? Чтобы малинжары подумали, что у нас большие связи, ты предлагаешь мне раскланиваться направо и налево с людьми, которых я никогда до этого и не видел. Но они тоже отвечают тебе взаимностью. Не все. Ой, не все. Давеча мне повстречался один полномочный министр, и я ему сделал рукой вот так. Ну и что? А то, что он чопорно посмотрел на меня в свой лорнет. Знаешь, это... очень неприятно. Папа, я закончил. Вот твои квитанции. Спасибо, сын. Ты уже уходишь? Да, у меня дела. Что?
Слушай, поезжай в карете, она всегда на месяц. Нужно же ее использовать. Ну и если она вам не нужна? Мне? Ни за что. Эти проклятые лошади целый день бьют копытом и портят двор. Мам, Эмилина вчера гуляла в болотском лесу, в саду. Может, она и сегодня будет там гулять? Замирает, когда ты мне в глаза глядишь. Танцует танго весь Париж. В Париже танго неповторимо. Оно звучит, как гимн любимый. Пускай мелодия всегда ведет к мечте нас, как звезда. Все здоровы? Да, Фредерик вот только что ушел. А моя племянница? Она дома, я сейчас ее позову. Нет, не надо, у меня всего лишь пара минут. Я ожидаю корабль, груженный углем. Ах, все дела, дела. И как вы успокоитесь? Как можно позднее. Видишь ли, Ретинуа, когда ты явился в Париж, всего с несколькими монетами в кармане и начал с грузчика. Не забывай об этом. Именно с грузчика. Как странно, когда я начал вращаться в свете, дядя Робер кажется мне таким неотесанным. Ну, я горжусь этим. Еще бы, его Сергий отвратительный. Потому что я всегда говорю себе, человек себе цену знает. А, послушайте, а вам не мешают эти штуки? Что именно? Ну, вот... Серьги. Нет. Я ношу их с рождения. Погоди. Ты находишь они некрасивые. Что вы, я этого не говорил. Просто если бы они вам мешали, вы могли бы их снять. Благодарю тебя. Но они мне не мешают. Итак. Я говорил тебе, что человек себе цену знает. Ну вот ты, например. Раньше был кондитером. А я торгую лесом. Что? Когда вы говорите, я торгую с лесом, это звучит как будто бы, эй, болваны, вы не торговцы лесом, не то, что я. Ну, это от мелкого тщеславия. Ну, если это так, то я молчу. О, без 15:03, я скоро вернусь. А... Ну, ты что, у тебя, у твоей же жены день рождения. Точно, я совсем забыл об этом. На обратном пути я пройду по набережной, где продают цветы. Куплю апельсиновое дерево. Славный дядя Робер. А может, отобедайте с нами? Ладно, договорились. Только без церемоний. Не беспокойтесь, церемонии мы оставим для других. Ну, хорошо. Кстати, о Фредерике. Вы еще не женили этого молодчика? Возможно, сейчас кое-что происходит. Ха, славная партия. О, неслыханная партия. Торговец лесом? Не совсем. Тут только сговор пока идет не очень. Нужно их подогнать. Хочешь, я нанесу визит их семейству? Ну что вы, не стоит. Не хватало, чтобы он встретился с герцогиней. Я богат, детей у меня нет. В день свадьбы я сделаю подарок. Хороший подарок. Ну ладно, давай, до вечера. И не проболтайся о моем подарке. Апельсиновое дерево. Бонсуар.
Какой великолепный человек! Он обожает Фредерика и способен подарить ему столовый сервиз на южный персон. Бедный мальчик, его свадьба не состоится. Мы слишком высоко метим. Пришли месье и мадам и спрашивают вас, сударь. Они назвали свое имя. Месье и мадам Малиншар. Они? Черт возьми, черт побери. Подожди, пускать нельзя. Где моя жена? Констанция! Констанция! Ах, боже мой, что случилось? Они пришли. Кто они? Отец и мать. Ну что, их надо впустить. Они должны дать ответ. Прости. Подожди. Будь смелее. Наберись смелости и, самое главное, называй меня на «ты». А это еще почему? Потому что мы должны быть как они. Проси. Так, садись за фортепиано. Ой, рулады. Какое фортепиано? Какие рулады? Кровь Цезаря во мне! Не знаю, не смогла я! Ах, дорогая мадам Малиншар, как я рада вас видеть! Мы все время корим себя за то, что не отдали вам визита. Но доктор до того загружен, до того загружен. Не сочтите за труд присесть. Как ваше драгоценное здоровье? Да ничего, только мигрени. И меня мучают мигрени. Меня тоже мучают мигрени. А вы пойдете сегодня на итальянцев? Да, конечно. А что они там поют? Ригалетто! Ах, тем лучше, тем лучше! Эту музыку можно слушать вечно! Ах, как это верно подмечено! В особенности финал! Очаровательно! А анданте? Ах, это блистательно, блистательно! Месье – настоящий меломан. А я, как и моя жена, ничего не смыслю в музыке. Мой друг, по-моему, мы с тобой злоупотребили. Временем месье и мадам Ротенуа. Ах, полноте! Мне нечего делать. От коммерции я отстранился. А, вы занимались коммерцией? Да. По какой части? По какой части? Я был... Сахарозаводчик! Мой муж был сахарозаводчик! Да... Это очень важная отрасль производства. Кондитер, сахарозаводчик. Все одно сахар. Да ведь все сахарозаводчики сейчас миллиардеры. Дорогой мой друг, по-моему, за нами ответ. Верно. Мадам, и вы, месье, вы были настолько любезны, что пришли к нам 2 недели назад с предложением, которое очень лестно для нас. Доктор? Мадам? Справки, которые мы посчитали своим долгом навести как в отношении вашего сына, так и в отношении семейства, которому он имеет честь принадлежать, эти справки, можете быть в этом уверены, как я уже сказал, привели к нас мысли, что следует
отнеслись полной серьезностью и вниманием к тому же весьма лестному предложению, которое вы пожелали нам сделать. Мадам, доктор, мне кажется, я точнее передам чувства моей жены, а также свои собственные, а также моего сына Фредерика, если скажу вам с волнением, которое будет вам понятно, ибо это волнение отца, а вы являетесь матерью, а вам я скажу... Словом, не соизволите ли отобедать с нами? Как? Сегодня? О, это будет прекрасно! Может быть, как-нибудь в другой раз? Подобная честь была бы счастьем. Запросто в семейном кругу. Ну же, доктор. Мы не можем отказаться от вашего предложения, но только при одном условии. Каком же? Только без церемоний. Договорились. Конечно, наш ужин из ресторана без всяких излишеств. Надеюсь, туалеты мы менять не будем. Да, конечно, останемся в этой. Дорогой мой друг Ротенуа, мне нужно с вами побеседовать. Примерно пару минут. Это о приданном. Прошу вас мой в кабинет. Только за вами. Кажется, Фредерик будет счастлив. Между нами говоря, мне кажется, Эмилине он не безразличен. О, милое дитя, я сделаю все, чтобы полюбить ее как родную дочь. Ну, давайте тогда теперь обсудим некоторые подробности их семейной жизни. Это замечательно. А мы уже начали подбирать им квартиру. Вот. У нас на втором этаже. Нет, у нас на третьем. На третьем это слишком высоко. Ну, давайте тогда на первом. Мне кажется, это выйдет примерно 5-6 франков. Квартира в найме 1005. 5? Это мало, надо 6. Чтоб молодых не ущемлять, все дорожает, все учесть. Наряд на свадьбу 1005. 5? Это мало, надо 6. Чтоб молодых не ущемлять, все дорожает, все учесть. Квартира будет 1005. Да что вы, нет, давно 6. Детей не будем ущемлять, все дорожает, все учесть. Вся мебель в доме 1005. 5 это мало, надо 6. А может 5? А может 6? Давайте 6. А может 7? Да хватит 6. Не мелочимся. 10. Слово. А я вам свое, Малинжар. Сколько? 100 000. Всего? Мой друг, мне нужно с вами немного переговорить.
Ах да, я вспомнил то, что у меня на сегодня назначена встреча с пациентом. С герцогиней? Да. А ждем вас в 6 часов. Ну и туалеты мы менять не будем, как договаривались. Доктор? Мадам? Мадам. Какое славное дело мы с тобой провернули. 100 000 франков. Это несерьезно. Что именно? Какая скупость, 100 000 франков. Ну и я больше не даю. Наш сын, он адвокат, у него будущее. Но он же совершенно не выступает защитой. Ну и что? Ему пока временно не поручают вести дела. Как ты вообще мог согласиться на такую сумму? Ну да. Хотя если он не выступает защитой, какой он же адвокат? Это все временно. Это дело наживное. Ну послушай, дорогая, 18 000 ренты для молодой четы. Ну как ни крути, это не дурно. Это нищета. Ну уж извини. Вот ты лучше посмотри вот туда. Что это? Это бюджет Эмилины и Фредерика, который набросала мадам Малинжар. Карета 6, жилье 6, платье 27 000. И это мы еще не взяли в учет будущих детей. Ну что ж, можно уложиться и в этот бюджет. Ах, если бы дочка Малинжаров была скромной, воспитанной вежливости из мещанской семьи, словом, как мы. Но мадемуазель, которая берет уроки у самого Дюпре и не может лишь одного – пришить мужу пуговицу. Что касается шитья. Нет. Девушка, которая только распевает рулады, подавая ей квартиру на 3-м этаже, карету, кучера. Нет, я, конечно, не против. Но тогда и приданное должно быть значительно больше. Ну не горячись, Фредерик любит эту девушку. А если пойдет речь о том, чтобы отказаться от брака? Да кто ж говорит отказаться? Малинжары богаты, у них есть рассыльный. Да, я видел этого 2-метровый. Так вот и надо просить больше. Ну, дорогая, как я скажу, вот 100 000, которые даю я, это достаточно, а которые даете вы, этого не хватает. Ну, трудно сказать. Да ты пойми, Малинжар тщеславен. Нужно его задеть за больное. Это его и... Ну, я и сам не могу далеко заходить с нашими 20 000 рентой. Нужно подарить ему подарок. Пустячок. Столовое серебро. Дядя Робера. А вот и я. А, Фредерик. Фредерик. Ты ничего не знаешь. Они приходили. Кто? Малинжары. Ах, водка. Ты нравишься, мадемуазель. Да неужели? Не улажу. Ты пригласил их на обед? Да. Очень хорошая мысль. Мамочка! Папочка! Ах, черт возьми. Что такое? Я пригласил к обеду дядю Робера. Ну и что с того? Мы не можем его посадить за один стол с Малинжарами. Ну дядя Робер очень славный человек. Но он даже не принадлежит нашему кругу. Он не умеет себя вести, он ест ножа. Он ест одной вилкой из общего блюда. Он запивает бульон вином. Может, конечно, это полезно для желудка, но выглядит это не очень. Ну, это же еще не причина не звать его. Дорогой мой друг, давай обсудим. Ну, не можем мы перевоспитать дядю Робера к обеду. Ну, представляешь, как будет выглядеть дядя Робер на фоне рейнского карпа а-ля Шамбор. Он будет выглядеть как... квашеная капуста. Ты хочешь подать к обеду квашеную капусту? Решено. Мы позовем его завтра. Доедать остатки.
кажется, с вами что-то забыли. Что же? У Малинжаров есть рассыльный. И нам тоже надо показать хотя бы одну ливрею. Ну, с какой стати? Чтобы все выглядело благородно. Ах, если бы я могла. А я могу? Креол на втором этаже уехал в отпуск и оставил свою прислугу здесь. Фредерик, пойдем со мной. Да, мама. Ты будешь мне помогать? Конечно, помогу, мамочка. Рассыльный? У нас никогда не было никого, кроме Жозефины. Вот и я. А, дядя Робер. По дороге сюда я купил пирог, но пришел рановато. Это к лучшему. Надо деликатно отказать. А еще сердцевину окорока и телятину. Славно дядя Робер позаботился о нас. Кажется... Что? Я пригласил вас к обеду. Ну, разумеется. Но это невозможно. Почему? Мы обедаем в городе, жена только что мне об этом сообщила. Какая досада. Мы обедаем у Бланшаров. Отказаться невозможно, им прислали дичь. Понимаю, понимаю. А мой пирог? Скушаем завтра. Ладно. Договорились. До вечера. Увидимся у Бланшаров. Черт. Да, хорош, я нечего сказать. Он не встретит нас у Бланшаров. И получится целая история. Папа, а вот и я с нашими приобретениями. А что вы купили? Мы купили альбомы с фотографиями. Мама сказала положить их на видное место, чтобы все видели и подумали, что мы их знаем. Лорд Пальмерстон, князь Горчаков, Гораций, Леотард. Хорошая идея, очень хорошая идея. А это? Что это? Специально для тебя. О, цепочка! Да-да, для твоих часов, папа. Кажется, она толще, чем у Малинжара. Она произведет неизгладимое впечатление. Только это имитация. Не проговорись об этом. Подделка? Ну, хотя, когда подделка кажется натуральной, она перестает быть подделкой. Папа, папа, кто это? Ты его не знаешь? Нет. Друг мой, вы кто? Я слуга со второго этажа. А, его взяли в аренду. Ну да, хорош, нечего сказать. Но мне кажется, у Малинжаров он повыше. Папа, карета, смотри! Смотри, они едут! Где опять моя жена? Констанция! Констанция! Пришли месье, мадам и мадемуазель Малинжары! Еще и негр. Там умеет произвести впечатление. Мадам, доктор, мадемуазель. У них негр. Не, ну вы видели, видели? Мадемуазель Эмилина. Да, эти сахарозаводчики ни в чем себе не отказывают. Ах, дорогая, это нехорошо. А что именно? Ну вы с женой моей условились быть без нарядных туалетов. А на вас такой шикарный наряд, я думаю, наш обед будет скромным по сравнению с вами. Да что вы, я же слишком просто одета. Я думаю, моя жена будет вас жирить. А кстати, вот и она. А чертовщина. Сущая радуга. Так торопились к вам. Воланы в
демонстрирую в данную минуту предательство. Вы прекрасно выглядите. На юбку нацепила. Мадам, вы так прекрасно выглядите. Да куда мне до вас? Мама, мы пойдем в гостиную. Хорошо. Пойдемте, пойдемте. Вот мы и одни. С чего же начать? Как начать разговор? Дорогой мой друг Малинжар, мы только коснулись вопроса приданном. А, он первый начал разговаривать. И сверха поверхностно. Помнится, вы говорили о 100 тысячах приданного. Знаете, 100 тысяч – это сумма так. Она ни к чему не обязывает. Я так и подумал, крупный сахарозаводчик. А вы известный врач, зарабатывающий 4 тысячи за один прием. О, я? Да вы? Ну, я не готов пойти на жертву, поэтому я предлагаю столовое серебро. А, как столовое серебро? Тогда я в свою очередь предлагаю гарнитур для камина. А? 2 чугунки? Поймите, Малинжар, в последнее время все сильно подорожало. Верно. И человек, который раньше жил на 10 тысяч франков ренты, сейчас чувствует себя стесненно. Ну вы же не хотите, чтобы ваша дочь чувствовала себя стесненно? Даже как и вы. Со своим сыном. Вашим горячо любимым сыном. Не будем говорить о Фредерике. Он же все-таки мужчина, он найдет способ. Хорошо, предлагайте сумму, я заранее согласен. Вот и говорите о коммерциях. Хорошо, я предлагаю 150 тысяч франков. Ну, Малинжар, это несерьезно. Так, несерьезно. Тогда я предлагаю 200 тысяч приданного. Хорошо, я даю столовое серебро, а вы 200 тысяч. О, как. Тогда даете? Нет. Я предлагаю, в свою очередь, 300 тысяч. Хорошо, я предлагаю 400. Я буду давить, пока он не отступит. Хорошо. Я предлагаю 500. Этого недостаточно. Я предлагаю 600. Этого недостаточно. Что? 600 тысяч франков? Дядя Робер, блин, я его упустил. Малинжар, будущий свекр. Как? И вы даете 600 тысяч? Поздравляю. Но месье Ротенуа дает столько же. Как? Ты? Да, я. Не знал, что ты настолько богат. Поздравляю. Настолько богат? Настолько богат, я не чувствую стеснения в деньгах. Но когда перед тобой люди, у которых потребности. Ах, позвольте, я ничего не требовал. Напротив, это вы. Я предложил столовое серебро, и тут вы пошли. Ах, как я пошел? Я предложил гарнитур для камина, а вы ответили мне холодным «а-а». Я сказал «а», либо это мое право, но это не было холодно. Ах, позвольте, отсюда. Нет, позвольте вы. В конце концов, вы пришли к соглашению. Мы пришли к соглашению. Хотите, я скажу, что я думаю по этому поводу? Вы доставите мне удовольствие. Вы искали увертку, чтобы покончить с этим браком. Проснулся я и вижу, не во сне, а наяву, что вы хвостун и только. А вы, болтун, месье, вас больше не люблю, при встрече взгляд я отведу. Жадность вам отвечу, а устанешь отвечать.
тому же вы невежда. Да с вашими манерами не лучше помолчать. Пора беседу прекращать. Шабандина сам. А я за жадность вам воздам. Послушайте, господа, не надо горячиться. Порвем! Черт! Спешка в делах ни к чему. К счастью, что Фредерик был слегка влюблен в мадемуазель Малинжар. Слегка влюблен? Да он был полностью в нее влюблен! Ну какое это имеет значение? А мадемуазель Эмилина не любила Фредерика. Как это не любила? То есть можно сказать, что она его не любила? Не спорю, но... Ну какое это имеет значение, верно? Позвольте, сударь, я не договорю. Нет, не позволю! Вы хвостуны и гордецы! Ну, дядя... Никаких «но», две недели! Вы похваляетесь роскошью, которой у вас нет! Разве это не так? Суля приданное, которое вам не по карману. Как так? Вот так! Я выведал у твоих слуг, ну, когда мне что-то надо, я спрашиваю у слуг. Такова моя система. И что же они могли вам такое рассказать? Ну, для начала я прошвырнулся по кухне и увидел там негра. Негр, который болтается на кухне. Тут что-то не так. Затем вы, сударь, арендовали карету сроком на месяц и ложу в итальянской опере. Ротинуа слушает итальянскую оперу. Ну, это опера... В которой тебе скучно. Я говорю, тебе там скучно. Да это так. И твоей жене также, и вот этому господину тоже. Позвольте, но итальянская опера это же... Тогда зачем вы там абонируете ложи? Это наши жены! Да, это дамы! Затем, чтобы пыжиться, надуваться, корчить из себя не весь что, пускай пыль в глаза. И вот когда вы такие надулись все от тщеславия, пустили пыль в глаза, вместо того, чтобы признаться себе, вместо того, чтобы сказать, да, мы два славных простых человека в равной мере буржуа, они предпочитают жертвовать счастьем своих детей, которые любят друг друга. А в ответ что слышат? Ну что ж с того? Вот они, отцы Ревуар. Дядя, не уходите! Дядя, у вас нет образования, вы носите серьги, но у вас есть вот это. О, да! Дядя, вы показали мне, что я как отец заслуживаю лишь одного – быть выброшенным в это окно. Ведь господин такой же, но я не виноват. Виновата моя жена! Она получит за это. Дядя, если вы когда-нибудь увидите, что я оступился, если вы когда-нибудь... Словом, угодно ли вам отобедать с нами? Ах, вот и наши жены. Дорогая, подойди сюда. Да, подойдите, сударыня. Преступная мать, раздувшаяся от тщеславия. Ну, такова нынче мода. Чтобы важничать. Раздуваться, подобно индюкам. И не побояться пожертвовать счастьем собственных детей. Но ведь они любят друг друга. А вот я только и слышат, ну и что такого?
Вот какие матери бывают. До свидания. А ты что с вами? Что происходит? Принимайся за свое вязание, ведь она только и делает, что вяжет мне носки. И моя жена тоже. Вы тоже вяжете? Кто, я? С детства. Ну что ж, долой маски. Ратинуа, бывший сахар, бывший кондитер, а не сахарозаводчик. Ты стояла за прилавком в кондитерской, дай нашему сыну приданное 100 тысяч. Позвольте мне представиться. Малинжар. Доктор без пациента. А герцогиня? В этом году я пользовал только кучера. Да и то бесплатно. Дай нашей дочери 100 тысяч франков приданого. Теперь моя очередь. Я Робер, торговец древесиной. Приехал в Париж всего с несколькими монетами в кармане. Дарю своему племяннику 100 тысяч франков! Ах, дядюшка! Don't want to get out.
свою тюрьму дано. Yeah.